Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гия, мы сегодня снова видео на проекте Imagine Holy Play. К сожалению, мы не смогли набрать 200 лайков, как я просил, вы набрали там около 150 лайков на момент записи этого видео. Пацаны, почему вообще редко так выходят видео по Imagine? Потому что очень трудно придумать какую-то идею, чтобы вас удивить, какой-то интересный контент, либо еще что-то. Поэтому нужно просто ждать глобальное обновление. Поэтому сегодня будет такое, знаете, простенькое видео. В этом видео я вам покажу прибыль компании, в которой я состою. В этой компании я назначен заместителем уже месяц. И в этом видео я вам покажу прибыль этой компании за все время. Потому что, как бы, чем я занимаюсь вообще на Амазинге? Я либо катаю рейсы на своей фуре, либо занимаюсь развитием компании, то есть набираю людей там и так далее. Я думаю, вам это будет интересно. Давайте, пацаны, договоримся так. Вы набираете 200 лайков и выходит новая серия. Если вы набираете 200 лайков, то, скорее всего, следующая серия будет про казино, потому что, я так понял, вам казино очень даже сильно понравилось, и вы там набрали много лайков и много просмотров. Поэтому, пацаны, не лейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забывайте, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5-м уровне получите 50 тысяч, на 10-м уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Imagine Holy Play. Ну что, желаю вам всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что ж, давайте, думаю, начнем с того, какой вообще у меня скилл и на какой я фуре катаю. Я катаю на личной фуре, это Рено Магнум, получается, с номерами МР 38, и он у меня находится в полном тюнинге, то есть на нем есть абсолютно все. У него есть гидравлика, у него есть сигнализация, у него есть топливный бак, у него есть чип, просто фуловый Магнум. Скилл у меня, давайте вам покажу какой. Как бы у меня цель это 90 скилл вкачать, но пока что у меня результат вот такой вот. У меня 83 скилл и до 84 скилла осталось еще 27 рейсов, в принципе, и у меня будет уже 84 скилл. Это, я считаю, довольно-таки неплохо. Как бы, вы скажете, вот ты, типа, заместитель в компании, зачем ты вообще работаешь в компании, зачем тебе это нужно? Как бы, у тебя свой магнум, и ты можешь просто работать на себя. Но, как бы, я помогаю компании, я помогаю ее развивать. Ну что ж, давайте я вам покажу теперь, где находится наша компания. Находится она, если что, в Батырево, напротив МЧС. Вот, получается, МЧС, и напротив МЧС находится наша компания. Итак, давайте я вам покажу в GPS, где находится наша компания. Возможно, кто-то из вас не знает. Пишите, короче, GPS, выбираете 4-й пункт организации, 9-й пункт транспортной компании. И здесь вы можете найти нашу компанию. Она вот самая первая. Называется она YouTube Squad. Здесь вы можете подойти на чекпоинт и посмотреть название компании, кто ей владеет и сколько людей в компании и сколько машин. Что мы здесь видим? YouTube Squad, владелец Максим Адигамов, количество сотрудников 29, количество грузовиков 15 и комиссия у нас 15%. Это, в принципе, самая важная информация, которую вы можете посмотреть, которая вам нужна, если вы будете вступать к нам в компанию. Ну что ж, думаю, пришло время показать вам самое важное, это именно прибыль, но об этом чуть позже, пацаны. Давайте я вам покажу, сколько я вообще накатал за все время. И вообще, давайте покажу вам автопарк компании. Вот, нажимаем автопарк, и здесь мы смотрим, сколько людей у нас работает, какие у нас фуры заняты, там и так далее. У нас, если что, 15 фур. И, кстати, на этой неделе мы выбили 2 магнума с наград. То есть у нас на данный момент находится 11 магнумов. У нас получается 11 магнумов, 1 КамАЗ и 3 Скани. Это довольно-таки неплохо, поэтому, как бы, работать можно, потому что вы приходите, можете спокойно взять фуру и работать. Вам не нужно ждать, пока кто-то ее освободит там и так далее. Давайте я вам теперь покажу штат сотрудников. И да, пацаны, изначально эта компания принадлежала разработчику Клинтон Джонас. Он даже есть в этой компании, можем даже это все посмотреть. И так получилось, что Клинтон Джонас передал эту компанию Алекс Джонас. Алекс Джонас ушел с проекта, и теперь компания владеет Максим Адигамов, то есть Америкос. Это такой ютубер, кто не знает. Давайте я вам покажу наших красавчиков, которые больше всего работают и больше всего накатали рейсов за месяц. Как бы у Максима эта компания находится месяц, и месяц я здесь как бы нахожусь заместителем. Самый вроде бы топовый у нас дальнобойщик — это Денис Вальд. Он накатал 5,7, то есть 5 700 000. Как бы очень хорошо работает, у него 93 скилл дальнобойщика, реально красавчик. Так, следующий у нас топовый чувак — это Влад Реал. Он накатал 1 150 000. Итак, следующий — это у нас, по идее, Ромка. Ромка у нас накатал 2 миллиона. У нас здесь еще Вова есть. Оказывается, Вова накатал больше, чем Денис. Вова накатал почти 6 миллионов, пацаны. Я думал, у нас Денис, типа, самый топовый, вот этот Вальд. Он 5,7 накатал. Оказывается, Вова накатал больше всех. Так, давайте еще посмотрим. Здесь 600 тысяч, здесь 800 тысяч. Ну, в принципе, больше там никто много не накатал. Давайте я вам покажу, сколько я накатал. Я накатал 3 800 000. За сегодня накатал только 45 тысяч. Итак, давайте посмотрим,
рассмотрим самое важное, это финансовый отдел, статистика за день. Сегодня у нас как бы сделали дальнобойщики 108 рейсов. За сегодня компания принесла чистая прибыль 167 тысяч. Общая прибыль компании, комиссия 244 тысячи. Как бы, чтобы понимали, сейчас у нас время без 15 час, поэтому это нормально, что небольшая сумма, но так стабильно наша компания накатывает 700 тысяч миллион. То есть в неделю наша компания накатывает около 5 миллионов. Вот, смотрим статистику, пацаны, за все время компания заработала 115 миллионов. Это общая прибыль, общие расходы компании 65 миллионов, количество выполненных контрактов 40 тысяч, компания заработала 49 миллионов, пацаны, заработала компания. Это реально очень круто, как бы 49 миллионов компания заработала за все время. Ну, чтобы вы понимали, эта компания то работала, то не работала, но она попала в наши руки, и мы за месяц сделали 10 тысяч рейсов, по-моему, если я не ошибаюсь. У нас, кстати, рекорд был 1200 рейсов за день. 1200 рейсов за день — это рекорд, мне кажется, столько никто не делал за все время на первом сервере. Давайте, кстати, посмотрим топ и на каком мы здесь меньше. Вот, лучшая компания, и мы здесь на 5-м месте. Но это довольно-таки неплохо, потому что, ну, к нам компания перешла совсем недавно, поэтому, я думаю, мы в скором времени сможем там хотя бы занять 3-е, либо 4-е место. 5-е место — это тоже неплохо, я считаю. Ну что ж, вот такое вот получилось информативное видео, надеюсь, оно вам понравилось. Пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я просто вам рассказал о том, чем я занимаюсь каждый день. Каждый день я захожу, смотрю, кто работает, кто не работает. И в 9 часов по МСК делаю очистку тех, кто не делает норму. Если что, пацаны, норма у нас 50 тысяч в день. Я считаю, это довольно-таки немного, потому что у нас достаточно много грузовиков. Как бы за них тоже нужно платить. В день там около 500 тысяч уходит просто на грузовики. Набирайте 200 лайков, выходит новое видео по казино. Поэтому, пацаны, не ленитесь, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите свои комментарии. Всем пока-пока!